Блин, а вы только посмотрите, я только заметил, как плохо моей булке. Она какая-то супер пиксельная. Просто посмотрите, это не улыбка, это мини-пиксели какие-то, зато эта булочка довольно красивая. Это такая прям, ой, прям очень текстурированная булочка. Привет, тоски, ребята, и сегодня у нас с вами тавр, в котором я буду стараться вообще не ошибаться. Честно говоря, я постоянно ошибаюсь. Об этом мне говорили еще в школе, то, что я слишком такой импульсивный, действия у меня внезапные, там, иногда правильные, иногда неправильные, но чаще всего они очень быстрые и правильные, ну, короче, типа того. Вот и в тавре у меня примерно то же самое получается, я прыгаю внезапно, куда-то захотелось мне сюда-сюда, вот, но... Теперь я буду стараться быть супер размеренным. Примерно как Ульяна, наверное, да. Вот она вот так, хоп, прыжочек, вымеряет. Раз, раз, все вниз, вниз, все вниз, вниз. Вот, ну в общем. Собственно говоря, я начал неспроста это видео сверху. Это значит то, что я прошел и прошел, между прочим, так как раз как и хотел. То есть без ошибок, вообще без одной. И, как вы увидели, без улучшений. Соответственно, сейчас при вас... Для вас, лучше сказать. Запишу видео и пройду, точнее буду стараться проходить тавр вообще без ошибок. Так что поехали. Ну что, ребят, ну что, раунд начался, и я сейчас буду максимально собранным. Все цвета, которые на мне надеты, они прям, я чувствую, как они приносят мне удачу. Но, к сожалению, первый уровень, сразу же первый уровень, прям вот говорит: Йоши, ошибись скорее, я хочу, чтобы ты распался, я хочу, чтобы у тебя не получился твой мини-челлендж, но нет уровень, нет, я слишком силен для тебя, я тебе не по зубам, абсолютно точно, а вот этот уровень может меня схавать, но нет. Ладно, я думаю, пока я буду слишком стараться, и я думаю, тихо, я думаю, у меня, в принципе, будет пока в самом начале получаться, не знаю, может быть, к середине я расслаблюсь, или там, ближе к концу, и я такой, типа, ой, что это светяшка, дайте я головой в нее ударюсь, давно не обнимал светяшки, люблю обниматься, люблю. Так, смотрите, эта ошибка не считается, или как вы считаете, это считается ошибка или не считается? Я не знаю, так, все, собраться, Ёшенька, собраться. Светяшка — это супер ошибка. Падение с этого момента тоже теперь ошибка. До этого я не говорил о том, что падение — это ошибка. Все, теперь падение — это тоже ошибка. Так, договорились, договорились с вами, все, аккуратненько поползли, спокойствие. Все, я буду теперь на Верочку, супер Верочка, хоп, прыжочек именно здесь, не на следующий, потому что на следующий мог ошибиться, мог попасть в светяшку, врезаться в нее. Так, вот тут тоже помню светяшечку, и где-то здесь я свалился, но все, больше не свалюсь. И вот смотрите, я четко подметил то, что здесь может один уровень мешать другому, ведь это наш всеми любимый Pixel Dev, который обещал поправить вот эту штуку. И, конечно же, что он сделал, конечно же, не поправил, но ладно. Осуждать его, это, знаете, это уже мейнстрим, честно говоря, поэтому я этим не занимаюсь. Пусть этим занимается кто-то другой. Вот здесь я прям чувствую, как я здесь сейчас ошибаюсь и просто падаю вниз. Прям вот, знаете, чувствую, но нет, потому что что? Потому что эту серию Ёшенька супер собран, просто... Супер собранный молодой шампиньон, поэтому все. Здесь ошибок больше вы не увидите в этой серии. Здесь действуют только на Верочку. На Верочку, если кто не понял, это значит наверняк. То есть, типа, прям вот стопроцентный вариант. А то вы подумаете, что какая-нибудь Верочка тут есть, но нет, никого тут нет. О, ребят, а чё опять неприятный уровень? Аккуратненько, прыжочек. На Верочку побежали. Могу умереть, не на Верочку побежали. Хоба, аккуратненько, вот тут тоже очень аккуратненько, максимально аккуратненькая серия, безошибочная серия, может так и назвать, безошибочный тавр, не знаю, или в таваре больше... Блин, ну это же не я, это же Pixel Dev этот, ну ёлки, ну... Ну я же не виноват. Ребят, ну я не виноват, ну правда, вы видели сами прекрасно, ну как это работает? Я ж не должен, я должен только за собой следить. Я же не должен еще и за создателем игры наблюдать, это же вообще нечестно, это какая-то жесть была бы. Но, короче, похоже, придется. Максимально осуждаю его, не хочу больше о нем даже говорить, все, он не стоит моего внимания. Сосредоточены теперь мы вдвойне, потому что еще и за Pixel Dev'ом надо наблюдать немножечко, потому что
он не делает свою прямую работу. Я вот делаю свою прямую работу, снимаю для вас видео. Как вам нравится? Если нравится, можете ставить лайки. А вот он имеет игру с таким потенциалом, довольно интересную, но типа не занимается ею. Короче, ладно. Я могу гореть бесконечно, особенно вот так вот прыгая в светяшки, типа это для меня может продолжаться реально супер вечность. Так, но этого мы делать не будем. Потому что что? Правильно, потому что мы заняты другим. И теперь еще больше заняты. Тише, тише, тише. Тише, тише. Кстати, ребят, как вам игра, которую мы с Ланой проходили? Триал, что-то там, по-моему, так. Вот, она довольно сложная, и я потом посмотрел ваши туториалы, которые вы мне присылали в группу. Вот, и мне довольно помогло, я смог, в принципе, прыгать на стену. И, может быть, если напишите в комментариях, я, возможно, вернусь в эту игру и сниму то, чему я научился. Так, вот тут вот, вот тут вот. Знаете, в такие моменты прям супер приятно, когда ты вот успеваешь еле-еле попасть просто между светяшками. Так, 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 так. И что же мне делать, простите? Ребят, ну смотрите, я объясню. Я сюда не допрыгиваю. Вот сюда я не допрыгиваю. Еще одна попытка, конечно, но... Ну, даже не знаю. Ну что, ребят, пробуем, пробуем, не знаю. Можно, конечно, попробовать прыгнуть вот сюда. Но мне кажется, я не схвачусь. Ну, я точно не схвачусь. Ой, ладно, все-таки прыгну сюда. Да, конечно же, я не схвачусь. И Pixel Dev отправляется просто... Ну, в общем, ладно. Итак, ребята, безошибочный тавр. Но именно без моих ошибок, а не без ошибок Pixel Dev. Продолжается. Ну, пока ничего сложного. Так, я тоже так хочу, я тоже так хочу. Ой, нормально. Я просто увидел, как вот персонаж, который спереди меня так делает. Я такой, ой. Так, спокойно, пожалуйста, наверх. Ползем. Ёшенька, головой, головешечка, головешенькой. Давай, родной, давай. Вот сюда. О. Вот, ребят, гайд, как вот нужно пролазить. Нужно смотреть просто в ту сторону, в какую вы хотите лезть, и быстренько нажимать клавишу вперед. Так, вот здесь вот прям чувствовал опять опасность. Ошибок нет, ноль ошибок. Безошибочный. Все, зовите меня Йоши Безошибочный. Так, ну пока все идет довольно неплохо. Обычно после таких слов я сразу умираю, потому что я расслабляюсь, но не сейчас. Сейчас я максимально настроен на победу, максимально серьезен. Просто суперски сосредоточенный человек. Блин, я не пойму, а почему мне одни мерзкие уровни попадаются? Вот это что такое? Это что такое, я спрашиваю? Я надеюсь, тут не будет вообще штук, которые будут мешать друг другу. Так, на Верочку это вот так спрятаться. Спрятаться, подождать, пока все светяшки уйдут. И вот так вот, хоба! Никуда ничего не видел, но куда-то бежал. Блин, ну реально очень долгий уровень. Он мне не очень нравится, честно говоря. Хоп, прыжочек, намана, намася. Таим ждем, все как надо, все вот как прям доктор прописал. Хоба, тут тоже все на Верочку. И здесь, какой молодец, чек. Вот здесь могу умереть, но не буду, и здесь не буду. Ой, как, ой, прям, слушайте, я прям доволен собой. Честно говоря, я вот не смотрю на полоску справа. Я не знаю сейчас, где я вообще. Просто потерялся в пространстве, и мне, честно говоря, неинтересно, потому что я больше слежу за картой. Стоп, а я такого уровня вроде бы даже и не видел, честно говоря. Да, точно, я его не видел, видимо, какой-то опять новый. Может быть, Pixel Dev все-таки взялся за ум и решил чаще обновлять свою игру? Ну, в принципе, одобряю. Слушайте, я, по-моему, уже довольно долго иду, и я думаю, что скоро уже конец тавера. Безошибочного, заметьте, безошибочного тавра, без улучшений и всяких недочетов. Хоба, нет, ну вы видали, просто это же, ой. И смотрите, опять пакостный уровень, который вот может мне напакостить. Опять пакостный уровень, смотрите, хоп, светяшка, нет, не надо меня стричь, я уже постригся, не надо меня стричь, хоба. Хочет меня подбрить немножечко, но посмотрите, не надо, я такое не люблю. Понимаю, вот это мне нравится, вот это я понимаю, вот это все-таки концовочка. Это все-таки получается, я прошел тавр, никаких ошибок. Вот видите, когда в тавре ничегошеньки не мешает, то проходишь абсолютно спокойно. Так, а знаете что, я думаю, то, что мне нужно повторить успех, но уже в обычном тавре. Ой,
Давайте спрыгнем и пойдем в обычный тавер. Так, в принципе, у нас достаточно времени. О, смотрите, кстати, чему я научился вот от ваших гайдов. Вот так, хоба-хоба. Ха-ха, видали, чем могу. Вот такой вот я. Учусь, а вы говорите. Нет, кто-то купил антисветяшку. А знаете что? А я не буду ей пользоваться. Я из принципа не буду пользоваться. Вот буду ждать, пока светяшка пройдет. Хоба, буду ждать опять, пока светяшка пройдет. Снова, видите, жду. Не пользуюсь антисветяшкой, хотя она есть. Ноль ошибочек, никаких недочетиков. Я прям, знаете, я уже проговариваю это больше даже для себя, наверное. О, господи. У меня сейчас чуть сердечко не остановилось, я прыгнул, а тут, видите, тут светяшка просто над головой висит. И я же, откуда ж я знал? Я даже подумать не мог, но я не задел ее, вы видели, я не мог ее задеть, потому что я прыгаю не так высоко. Здесь тоже огибаю все светяшки, смотрите, огибаю, никуда не иду, аккуратненько. Кто ускорил? Нет, ноу, найн, оп, молодец, почему? Потому что сейчас могу свалиться. Но нет, смотрите, ноль ошибок, безошибочный. Так, обходим все. Как будто антисветяшки и нет совсем. Так, вот тут аккуратненько. Блин, слишком узковатый, честно говоря, уровень. Прям опасный, посмотрите, опасный. Но зато это буквочка Y, начало моего ника. А, стоп, так я, кстати говоря, почти закончил. Ладно, это было совсем легко, честно говоря. И уровни, в принципе, не были сложными и не мешали друг другу. Так что, я думаю, это мы тоже засчитаем. В общем, ребят, считаю эту серию полностью успешной, потому что, ну, если бы не Pixel Dev, ошибок бы вообще не было. А так, ну, к сожалению, одна единственная была. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Слишком тяжело.